Мерилом развития современного общества считается то, насколько оно готово сопереживать чужой беде, оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается. В Верхневолжье достаточно давно открыт благотворительный фонд «Константа», деятельность которого направлена на оказание всесторонней комплексной помощи семьям в трудной жизненной ситуации и выпускникам детских домов. Наш телеканал тесно сотрудничает с фондом, и в этот раз мы обращаем внимание на семью из Тверской области, которой необходима ваша помощь. Слово передаю Наталье. С декабря 2021 года Артем вместе с сестрой Сашей находится в социально-реабилитационном центре. Так случилось, что в конце года их мама Елена попала в больницу. Дети остались дома со старенькой бабушкой. Опека вынуждена была забрать их из семьи. Сейчас Елена надеется скорее встретиться со своими детьми. 20-го числа дня рождения у ребенка. Мы сейчас поедем подарок ему выкупать с дочкой старшей. Хотим приготовить дома все, подарок нам, стол накрыть. Они очень хотят домашних пельменей и пирожков, но они привыкшие, конечно. Елена смогла найти и снять двухкомнатную квартиру, за которую отдавала больше половины своей зарплаты. Сейчас ей выдали жилье из маневренного фонда. Но переступив порог, женщина испытала не радость, а ужас. Сантехника была в чудовищном состоянии. Ванну с трудом удалось более-менее отмыть, но в целом все требовало даже не ремонта, а замены. Но денег на это взять неоткуда. Пока дети находятся в социально-реабилитационном центре, мама созванивается с ними каждый день, но не приезжает. Просто нет сил прямо ответить на вопрос, а когда ты нас заберешь? Условия в центре неплохие, много игрушек, уютные спальни. Но Артем на вопрос, чего он больше всего хочет, тихо отвечает. Хочу домой. Почему? Почему-то я хочу маме. К маме хоть. А с сестрой здесь видитесь? Да. А с мамой созваниваетесь, да, каждый день? Елена надеется, что в скором времени сможет встретиться с детьми. Главное, чтобы в квартире были созданы для них хорошие условия. Здесь довольно уютно, но требуется капитальный ремонт коммуникаций, замена труб и сантехники. А это неподъемная задача для семьи. Елена делает все возможное, чтобы дети поскорее вернулись домой. Но ее уровня дохода не хватает, чтобы решить эти бытовые трудности. В настоящее время фонд помогает семье собрать необходимую сумму для замены сантехники, для того, чтобы дети могли проживать в комфортных условиях. Фонд «Констант» оказывает помощь семьям в трудной жизненной ситуации уже более 10 лет. За это время более 9 тысяч детей остались в скромных семьях. Благотворителям фонда надеются, что скоро Артем, Саша и Елена с родными сядут вместе за один стол.